так. Почему-то среди кнопку мышки он достает оружие. Да, да, да. Так, давай-ка подытожим. Во-первых, я тут сейчас постоял, наверное, минут 5 подождал, пока тут немножко рассветает, потому что в темноте бегать не очень клево. И дай-ка гляну-ка я на карту, вспомнить, чтобы где я нахожусь. А, возле этого тролля, которого я замочил, да-да-да. Причем очень, очень как-то быстро. Ну, потому что демон, он классный, демон лучший друг. А ты это не записал, да? Записал. Я не записывал тот момент, когда я сказал, типа, ну, тогда помнишь, когда я сделал сохранение... А, где было темно? Да, где было вообще темно, что мало того, что я ничего не видел, так еще на YouTube 100% вообще ни черта не видно будет. Я предлагаю сейчас, знаешь, что сделать? Сгонять, отдать арбалет. Далее. Что за портал? А, это эти таблички искать. Ну, не таблички, а части портала. Золотая чаша, пропавшие люди. Как попасть в город Харинис? В смысле? Я уже в городе свой человек. А, и можно, кстати, да, наверх, в верхний город сгонять и сказать этому... не Андре, а как его там зовут? А, хрен его знает, как его зовут. Хаген. Лорд Хаген, да, надо ему сказать, типа, эй, слышь ты, тут это, драконы пришли, давай этого звать, Довакина, чтобы он почистил нам тут все дело. Так, сейчас надо вспомнить, как в город попасть. Я ж телепортейшн технологис не умею делать, как в первой части. Камушек активировал, и оп... И в городе. Тут я, кстати, то ли я тут не был, то ли тут было настолько темно, что я траву не собирал. Скорее всего, темно было. Потому что я тут очень много попропускал. Опа, это что такое? Что это такое? Так, стоп, это трава. А вот это что такое? Это что-то, кстати, валяется или мне кажется? Не. Мне показалось. Так, кстати, там манку... Блин, вот меня бесит то, что игра захватывается как рабочим столом. И видно гребаную менюшку. Что? Простите. Ну, видно вот это вот окно, как оно называется. Ты здесь немножко был. Точно? А, да, все, понял. Ну, видно вот это вот окно игры. Я ж в оконном режиме тебе показываю. И просто захватывается, получается, вот эта херня сверху, полоска белая. Мне ну нафиг не надо, я немножко растягиваю все дело, и получается, вот хпшка, вот это, ну, короче, как оно захватывается, вот если манку посмотреть и хп, то оно как бы немножко, мана справа чуть-чуть так совсем обрезана, и хпшка тоже чуть-чуть обрезана, ну, интерфейс имеется в виду. Немножко напрягает, но лучше уж так, чем белую полоску смотреть. Еврейский интерфейс. Ну, как сказать, еврейский. Чуть-чуть обрезанный. Ох уж эти шуточки. Да, очень смешные. Налево посмотри. Кукареку! Да, кукареку! Давай, пацаны. Я прокачанный уже. Но все равно урона мало даю. Да блин. Я что-то их вообще не убиваю, непонятно. О, криты пошли, наконец-то. Что-то криты как-то у меня слабо летят. Но это зависит от твоего навыка. Который, на секундочку, боец 41%. И все равно этого мало. По непонятным причинам. Ты туда вкачивал, я уже не помню, или ты насобирал, скажем так, на халяву? Вроде насобирал. Шпага вот эта вот меня бустит на пятерку вроде. Что-то, а, вот светлячки тут. Убей тут светящийся. Так его убить можно, да? Да, там слабенький. Он, по-моему, даже и урон не наносит, просто его можно убить. Да, что-то нападает на меня. О, табличка. Лол, 4 уровень. Забавно, он пропадает. Табличка. Посмотри, там подобрать его можно. Сейчас, табличка магии, табличка жизненной силы 2. Иди сюда. Ну а все, у меня остальное 3 уровня, но это уже потом. Да, призрачный свет. Ничего из этого не выйдет. Мне ничего взять нельзя. А мог бы взять светик себе в карман. Почему бы и нет? Так, вроде ничего не пропустил. Я вот вижу, дерево в воздухе висит, видишь? Ну, это еще не самое страшное. Это нормально в готике, это норм. А то, что я видел текстуру, помнишь, да, вот это горы, которую распидорасило? Подкрадись, нажми, ну, икс, ну, уже он встал. К этому мудили. Ты, по-моему, мне интересно, ты криптанешь или нет? Если это, конечно, красно, не совсем так работает, но... Я, если честно, не совсем понимаю, куда я сейчас иду. Такое ощущение, будто я не... Ты сейчас по кругу просто обойдёшь. Я точно не в город иду, я понял. Нет, ты придешь в город.
Я понял, просто сейчас я иду к этому, к магам воды, как я понял, да? Да-да-да, вот эта хрень. Чичен Итса, или как эта хрень это называется? Травку пропустил. Кого? Травку. Как так? Вот так. Где она? Чуть дальше. Я по запаху ее вычислю. Это прям на тропинке, по-моему, было. А ну-ка. Может, мне показалось? Все-таки. Ну ладно, неважно. Нет, я чувствую, здесь что-то есть. Мои инстинкты подсказывают, что трава в воздухе. Здесь, например, тебе будет посложнее защищать. Вот здесь? Да потому что там эти снайперы, да? Посмотришь. Почему? Нет, снайперов ты еще убьешь. Почему я тут вообще никого не вижу? Да нет, ну ниже. Не, ну я понял. Ну, в этих пирамидках неплохое, по-моему, есть. Да эта пирамидка напоминает... Сундучки? Это хрен напоминает Чичен Итса, вроде, да, или как это? С чего это она с реального срисована? Не знаю, есть ли среди нас какие-то архитекторы или там за такие истории, которые шарят, что это за здание такое? Ну, вроде Чичен Итса. Одно из чудес света, типа, ну, старый. Не имею в виду старое чудеса света. Музыка постоянно меняется. То играет музыка Хариниса, то музыка какая-то... Вот это вот пирамидки, вон там еще какая-то скотина лежит подкрасться. Да, X нажми. Ну я так долго буду идти туда. А можно меч достать? О, можно. Да, можно. А в первой части вроде нельзя было такое делать. Там можно было все делать. Ну я не помню. Или я таким не пользовался. А они сейчас... не станут, конечно, ты не ударишь. Да блин, не лочится. А сейчас мы наблюдаем... Солнце в зените, падальщики спят. Ах, какие они милые звери. Когда их бьешь особенно? Не, крита не было. Все, видимо, зависит тупо от навыка. Да, но все равно забавно. Но все равно забавно, так тихо-тихо, спите, спите, мои хорошие. Все же хорошо. Они тут траву охраняли. Тут тоже там трава. Сзади... Я там, знаю, там я знаю. Я просто хочу дальше сейчас зайти сюда и потом назад пойти. Я все равно в город пойду. Я хочу сдать этот арбалет. О, привет, пацаны. Я сейчас, я траву соберу, я сейчас я к вам приду. Я помню про вас. Так, тут такое место, как будто подняться можно. Но нельзя. Но нельзя, да. Это же готика, сынок. Да там еще травы куча, ё-моё! Кто там на меня рычит? И главное, где? Скорее всего, лункер. А я не вижу никого. Лункер или как? А, вон, тот, наверное, кричит. Так. Там ничего нет. Сейчас пойдем к гопникам, разберемся с ними. Я даже не хилюсь, потому что я уверен в своих силах. А раньше там я бы типа... Нет. Как бы, ну, чуть-чуть хп отнято. Не-не-не, надо похилиться. О, грибной бизнес. Бизнес должен процветать. За каждый гриб по полтиннику отваливает он. Надо собирать. Вы чё? Я же буду самым богатым человеком на свете. Так, ладно, сначала пойдем этого прибьем. Там вроде дальше никого нет по пути. Да, тут на самом деле надо было мне пораньше зачистить это место. Тут место как раз мне по уровню. Кстати, это уже на самом деле достаточно слабое место по уровню мне. То есть я тут уже всех более-менее доминирую. Намного раньше сюда идти. Там кто-то еще бесится. Муха, что ли? Начинается, как это говорится, планомерная зачистка всего и вся. Самая нудная часть готики, но тем не менее самая, скажем так, полезная. Кто там кричит? Не, это не вот эта хрень кричала, то что-то другое кричало. К сожалению, я не слышу. Ну да, ну такой как падальщик по звуку напоминает, но намного громче. Даже не знаю, как тебе это передать. Вот прям как будто птица, не знаю, на дереве орёт. Но я не думаю, что в готике настолько все продумано. Так. Ну что, сначала к мухам, ну, а потом... Тут, по-моему, еще мышек слышно. Там-то, наверное, через текстуры в каких-то пещерах их слышно. Ага. Оп, молодец, метки главное. Так она увернулась. Блин, странно, то этим мухам даю вообще мало урона, то критую просто нещадно. Кабличка двуручного оружия. Ну, так как я двуручная, все равно качать не буду, пусть будет. Из этого не выйдет ничего. Оно тоже будет качаться чуть-чуть. Ну, как бы вроде да, как ты говорил, типа оно параллельно. О, ягодки. Первый раз вижу, чтоб ягоды можно было собирать. Прикольно. Ну, в смысле, именно на кусту. Что-то еще было. Вот еще ягода. Просто я не помню, ни в первой готике, ни во второй. Вот такого еще пока я не видел. Уникальное явление. Мы наблюдаем, господа. А где эта ягода? Что надо ее там? Где она? У меня ее даже мало должно быть. Или нет?
Или может ее собирал, типа... А вот лесная ягода, да, их очень мало. Это я очень точно заметил, что я ее очень... О! Что очень редко ее вижу. А что шкатулки дают? У меня их уже две штуки. С драгоценностями и просто шкатулка. Просто продать. И все? А открыть нельзя их? Там типа, о, лут. Как кейсы. Нет, в контре. Они же дорогие, пойди. Так, меня кто-то влетает. Музыка просто хорениться поменялась на какую-то боевую. Нет? А, эти твари. Ща разберемся. Ну, с этими тварями я как-то так просто биться не хочу. Я тут это... Хотя бы окорочок дайте съесть. И жареное мясо. А то на голодный желудок не гоже драться вообще. Ну и без сохранения, естественно. У меня там стрелы есть? Блин. Аж дерево зашаталось. Где эти твари? Где-то тут бегали. С левой стороны. Не, просто да, как-то туда, сюда туда, шел. Туда. А блин, как-то анимация прерывается, когда ты дерешься. Я не знаю, как тебе это объяснить, но она как-то прерывисто идет. И такое ощущение, будто я уже здесь был, причем был вроде как сам, без Лореса. Нет, хотя, хотя хрен знает. Ладно, надо пойти к гопникам. Я же сказал им, скоро вернусь. Не стоит пацанов огорчать. Тут, кстати, можно тебе полазить. Ну да, так, вот мы по идее туда зашли, да, куда-то? Или дальше, я не помню. А, вот сюда мы заходили, да-да-да. Да бей! Вот он что-то как-то долго тупит, перед тем, как драться. Как-то жмешь кнопку, а он такой... зачем? Я подожду. Угу. Старая камень-табличка. Вот это вроде надо кому-то отдать, да? Денег, кстати, у меня. Матрасу, вот, вот. Да. Это надо матрасу, да. Просто я сразу вижу, если она черненькая, то это значит ему. А если такая серенькая, то это себе. Понятно? Понятно? Блин, это сундук непредсказуемый. Все остальные были очевидны. Да блин, не, на самом деле там очевидно. Блин, ах ты сволочь. Просто тут, знаешь, сундук типа влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо. Тут такой сундук. А все остальные были там типа влево-влево, вправо-вправо, вправо, влево-влево, вправо. Вот такие в основном все сундуки были. А сейчас какой-то... Нет, тут именно лесенка. Влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо. Защита от огня зато лежит. Неплохо. Можно продать. Просто мне ну нахер не надо. Так, еще 11 отмычек. Нормально. Медика закинем. Блин, надо это, мяска пожарить. А то чувствую себя немного, знаешь, как-то не очень. Когда куча мяса в кармане гниет, а я его не пожарил. Так. Парни, я обещал. Я иду. Где вы там были? А, тут еще несколько пирамид, ё-моё. Я думал, она одна. Нет, но как несколько. Будто ни было, здорово. Вы какие, обычные, черные? Мига. Там еще кто-то рычит. Наверное, вот та херня кричала. О, привет, пацаны. Они черные. Да иди сюда, делись как мужчина. Ну или кто у вас? Животное ближе, наверное. Я просто не особо разбираюсь в гоблинах, какие у вас там половые принадлежности, как вас по половому признаку различать. Я особо не... А, понятно, кто там рычит. Теперь до меня доперло. Ах, подожди, я что-то смотрел, там никого не было. Что самое просто забавное. Не обратил внимания. Нет, там никого не ты было. Хочешь его убить или что? Нет, я хочу траву забрать. Ну, убить его вряд ли убью. Ну, хотя бы траву заберу. Я просто буду знать хотя бы, где он. А то я думаю, кто там рычит? Подложи ему личинку там. Он проснется сейчас от запаха этого. Не надо, лучше так не делать. А то реально сейчас, прикинь, блин, он с кучей травы охраняет, сука, он что-то знает обо мне. Он, кажется, собирал информацию обо мне. Что типа, вот, безыменный алкоголик у нас любит еще травкой ширяться. Надо бы тут это, жопой ровно на траву сесть и не давать ему ее забрать. Давай, крадись. Это получается, можно в любую пещеру зайти, там где этот маркарист спит, и стырить у него то, что там находится в пещере, да? Ну, если он спит. Ну да. Да, да, то есть можно как-то его миновать и тупо забрать лут. Я в этом плане. Так, я вот не помню, там что-то есть за этой башней? Нет, там ничего.
А можешь уже прыгать. Так, кстати. В самих башнях есть. Ну, я понял. Башнях, просто, пирамидка. Ну, пирамиды. Я не знаю, как их правильно обозвать. Но Опа. Они очень смахивают на пирамиды. Причем на пирамиды не египетские, а вот этих вот инка и так далее. Ацтеков там, я не знаю, вот этих вот цивилизаций. Которые задолго до египетских, там, ну, древние вот этих римских были и так далее. Минутка истории. Блин, вот любят пираньи байцы вот это золото рассыпать. Это просто вот я не знаю. Это их, скажем так, почерк. Давай, дебил, нажимай на кнопку мышки и собирай. Вот в первой части это было еще более геморройно, кстати, сделано. Або вперед нажимать. Так, еще одна табличка для матраса, да? Да. Две одинаковые, кстати. Да сколько можно? Это золото когда-то тут закончится? Так, эту табличку, по идее, надо прочитать. Ну-ка. Табличка жизненной силы 1. Пойдет. Чуть мне кажется, если здоровье уже много-много сделал. На этом уже, наверное, 150 хп. А ну-ка. 190... 200! Лол. Так, ой, еще золото сзади за сундуком. Так, право. А, ладно, право, лево. Нет, это уже более другой сундук. О, ну вот это да, это сундук. Ох, смотри, нихера себе. Это вот получается восьмое чудо света, ты имел в виду? Да, да. Мачу-Пикчу. А, Мачу-Пикчу еще, да, было. Наверное, оно, я, да, наверное, с Чичен-Ицей перепутал. Мачу-Пикчу была такое, да, это у ацтеков такая херня была. Спасибо, цивилизация. Игры научили различать эти чудеса света. О, стрелы, наконец-то. Причем я сейчас смотрю картинку. Он написал. Похоже, один, нет? В один вообще. Мачу-Пикчу? Да, один в один. Ну вот, я же тебе говорю, с какого-то из чудес света срисовали это дело. Единственное, что вход немножко другой, там он покрупнее. Там, ну, две колонны, да, еще стоят. О, я так и думал, что здесь что-то будет. Так, это какая уже там по счету? Или это какая-то другая, да, табличка? Ну-ка, три. Магии, ну, давай. Это такая фигня, которой я тоже особо не буду пользоваться, но... Может быть, там, магии Палпадинской там. О, здорово. Вот эти парни посерьезнее, да? Эти опять обманул, подожди. Это город затерянный. А как эти пирамиды, подожди? Ну, Чичен-Ица, наверное. А сейчас посмотрим. Хотя я, может быть, путаю. И я. Вот я... Два грамотных очень собрал человек. Да, не говори. Я просто не помню. И всемирную историю очень давно учил. Сейчас погуглим, все нормально. Так, тут ящерица какая-то, я не знаю, смогу ли ее завалить. Но единственный способ проверить, дать ей пиздюлей. Так, посмотрим. Чеченица, посмотрим. Это ящеры. Ой-ой-ой. А вот чеченица вот больше похоже, да. Ну, значит, я был прав. А, да-да. И вход, ну да, просто там помещение крупнее. Чеченица, да. Блин, тут с какой-то ящерицей дерусь, я вообще не знаю, что это такое. Огненная ящерица. Не, обычная. А, ну это обычная. Ну это обычная, да. Это там, где я их это в воду заманивал. Остров ящериц был там. Ну блин, они достаточно крепкие. 12-й левел. Так, шкуры с них я снимать не умею. Жаль. А я бы очень хотел. Так, соточку мне сюда давай. А то у меня половину сняли, так как у меня 200 хп, то надо сотку теперь... Вливать себя просто в вену. Ставить себе вену, не знаю, уколы, типа. Давай. Так, тут их еще парочка, да? Да. Давай, иди сюда, сволочь. Капец же вы тут травы охраняете. Не-не, давай по одному. Вот я знаю, как вы любите пары. Мы с Тамарой ходим парой. Тебя как-то в угол зажать и быстренько завалить, потому что я вижу, ты у нас тоже откидываешься. Давай как-то вот сюда. Да сюда иди. Гребаные ящерицы, сами не поговорить, ни чашку чая не выпить. Сразу нападаете. Что ж вы за животные такие? Хладнокровные. Бессердечные, блин. Так, иди сюда. Тебя надо как-то тут забаговать. И бить. Во, вот так вот.
чтобы ты не могла уворачиваться. Отлично. Я выработал тактику убийствящей. Смотри, я немножко модернизировал эту постройку. Как тебе? Нормально. Видишь, ящерица слева, ящерица справа. Знаешь, как типа, где вход был в какое-то там подземелье, украшали головами всяких там, не знаю, существ убитых. Так они у тебя загниют и вонять будут. Ничего страшного, тут еще пещера есть. Если еще, можно будет их сюда перенести в пещеру. Так, давай иди сюда. Да не-не-не, давай сюда. Я тебя хочу в стенку хотя бы запихать. Надо их... Они просто отступают. И надо их как-то зажимать. Да блин, еще бы мой чувак дрался бы нормально, а не вот эту вот херню делал. А, ладно, давай, короче, справку ему включать. Я ж больной, у меня справка есть. И всем надо это показывать. А то животные не понимают, они же читать не умеют, они тупые. Особенно ящерицы. Вот, другое дело. Так, чувствую, у меня скоро левелап так будет. Надо бы это, подумать, куда бы весь бесценный опыт вливать. Ловкость, да. Ну, ловкость, ты мне говорил, и лук ловкость вроде, да? Ловкость и в силу. Нет, ты мне говорил, ловкость и в лук. Ну, или в лук лучше, так, а как тебе удобнее? Просто я уже думаю, стоит ли мне все-таки через лук идти, учитывая то, что я им особо не пользуюсь. Так, там какой-то еще лагерь, не помню его. А ну-ка побеги туда. Да сейчас я траву пособираю, ну ты ж меня знаешь, я не могу просто так взять траву оставить. Вон пещерка еще. Да-да-да, я заметил. Надо будет еще, наверное, научиться какие-то зелья варить, но это точно не сейчас. А тебе только два зелья надо научиться. Ну да, силы и ловкости. Только это, думаю, не сейчас. Сейчас мне надо как-то... Getting stronger, getting better. Ну, не совсем так было в песне, но типа того. Так, привет, пацаны. Вот с вами, думаю, будет сложно. Очень. Можешь просто проверить, ну так, для сохранения. Не, я не хочу. Я просто травку пособираю, как смогу. И свалю. Оф, готов. Угу. Если захочешь, я... Да, меня даже не видит. Ограбление века, стырил огненных ящериц траву. Теперь они не будут ширяться. По траву нельзя ширяться, как ты это себе представляешь? Ну, я не знаю, трава, которая называется синяя бузина, или там огненная крапива. Или болотная трава, как тебе так, а? Накуриться и ловить приходы. Думаешь, эти пацаны с братства там в первой части просто так ее курили, потому что она очень пахнет приятно? Не думаю. Мне кажется, что-то за этим стояло. Например, какие-то приходы эпилептические. Или, может быть, биполярное расстройство они от этого получали. Им нравилось это. Не знаю. Но причина какая-то точно была. Потому что моему герою как-то хорошо от сигарет этих не становилось. О, царский щавель. Или горец. Горец. Горец с Дунканом Маклаутом. Надо будет пересмотреть, что ли. С ума сошел. О, здорово, пацаны. Вы как раз таки те, кто мне нужен. А, не, вы черные, ну давай. Попасть бы по Господи, вам. Господи, что за расизм? Если черные, то уже нельзя убивать. Не, если черные, то. То просто они черные. Так тебя устроит. Ну, за два удара нормально. У меня такое ощущение, будто я здесь был. Но нет. Раз тут есть пацаны. Потому что там, где я был. Наверняка там ничего нет. Я выгреваю оттуда даже кувшины, смолу и прочую хрень. Что там только может быть. Так, что тут еще было? Там ничего нет. Показалось. Так, давай сначала к этим ребятам. Что у меня там пострелял, кстати? У меня их немного. 8 штук. Надо будет первым делом, как зайду в город, обязательно закупить стрел. Ай! Парни, вы что? Я ж свой. Я ж как Эминем, свой среди чужих. Вы чё? Там еще кто-то, да, еще кто-то. Тут один черный. Это я в Бруклин зашел. Или как это? Не Бруклин, как он назывался, город? С которого Эминем. Блин, не помню, в каком он городе родился. Там, где типа черные кварталы, все в таком духе. Город так и назывался Эминем. Да нет! Нет. Когда там текла река Лена. Какая река Лена? Ну. Обычно. А у пацанов деньги есть. Богатые. Это надо элита правящая гоблинов. О, грибочки, из кстати. Этого не выйдет ничего хорошего. А, вот там еще пацан завис. Я думаю, откуда там звуки доносятся? Нет.
Так, ну это вы подождите, я тут сейчас это... Надо влить в себя стакашку красного. О, это крутой пацан. Вот с этим будет сложно. Ну, если не будешь как в ДЦП драться, конечно, будет сложно. Да давай добей его. 15 левел, да, этот парень единственный, кто мне может какую-то конкуренцию составить. Сохранись. Ну и мракорис еще, наверное. Да, надо. Мракорис. Сохрани. Мракорис, да, он мрачный, скотина. О, с грибами. Этот пацан знает, что надо прятать от безымянного. Где этот чувак завис? Он сквозь текстуры прошел. Куда-то. Он испарился. А, не, вот он. Просто он тут в ящиках забаговал, и я типа хотел идти к нему, а на меня вышел этот гоблин-воин. Я думаю, что-то тут не то. Своих позвал. Скотина такая хитрая. Так. О! То, что надо. Чё-то табличек, кстати, стало много, тебе не кажется? Или просто я стал попадать туда, куда раньше не мог? Жизненная сила. Блин, знать бы еще, какие кожаные кошельки надо открывать, а какие нельзя открывать. Потому что пират на меня обозлится. Блин. Ну, вот так, вот так-то и надо было сразу. О, стрелы! Отлично. Все равно этого мало. Так, все забрал или нет? Подожди, кажется, одно оставил. Нет, все. Там кто-то, блин, за стенками, как змея, знаешь, такие звуки издает, шипит. Так, а чего тут охраняли? Угу. Неужели эти разломанные ящики? Или что это? А, это просто полигоны. Бывает. Так, начнем с простого. О, 11 стрел, нормально, мне нравится. Там, где и стрелы, я считаю этот сундук удачным. А, так это тоже открыт, лол? Ну, такое себе. Так, на нем просто замок нарисован. Просто там, и где... Ключик подошел. Ключик откуда он, мне интересно? Оттуда. Хлебушек. Сладкий? Не знаю. Сейчас попробуем. А, нет, черт вы уже. Как раз на фул хп выхилимся. Великолепно. Зачистка чичин-ицы. Да, правильно же я произошел? Чичин-ица, да? Надеюсь, правильно. Произошла успешно. Ну и около близлежащей территории. Так, хотя подожди, я еще тут не был. Что-то мне особо не нравится. Такие места, где у нас есть такие каменные подпорки. Что это такое? А, муравьи. Здорово, иди сюда. Их там вроде парочка была. Да, давай хотя бы по одному. Давай. Кроулеры. Я думаю, кто там какие-то странные звуки издает? Так это муравьи. Ого. Чё-то землетрясение? Откуда здесь землетрясение? Не понял. Я вроде ничего не взрывал. А, или подожди. Это ж те маги там балуются, я помню. У них же это... Нет. Они исследуют... Землетрясение из-за того, что они там нарушили... Да, они исследуют там... какой-то там древний... Реально. Они там древний мир какой-то исследуют или что-то такое, я не помню. Как оно называется. Короче, какую-то хрень они там исследуют. Куда там потом вроде как можно даже попасть, я читал. Какую-то локацию отдельную. Там, где эти стражи. Да блин, не, ну вдвоем не надо, парни, давайте по одному. Отлично, теперь продолжаем. Особенно мне нравится вас вот так вот в стенку зажимать. Но вы почему-то сквозь текстуры проходите и наверх залазите, на макию. Там человек отдыхает, а ну давай. Своими клешнями прекращай там лазить. На самом деле, я себя чувствую сейчас таким сильным, как никогда. Потому что я наконец-то начал кого-то убивать. Так, зелье. О, грибной бизнес. Блин, кучу-кучу всякого барахла подходило. Мне срочно надо в город, на самом деле. Очень. Срочняк прям. Так, а что у этого голема было? Или что это такое? Или просто... Да, или просто это куча камней? Нет, как я бы его убил? Ну, это похоже на голема, да?
Похоже, да. Ну, скорее всего, просто что-то валяется. Что-то непонятное. Ну, скорее всего, вот эти муравьи забили их тут. Потому что вон там еще один валяется. А может, сейчас они... Парочка даже. Не, я бы очень не хотел, если бы они встали. Я бы, ибо вот эти два голема мне сделали дабл пенетрейшн. Не надо мне такое. Что это такое? Что за слова ты говоришь? Дабл пенетрейшн? Проникновение или что? Ну, пенетрейт это проникать, да. Так, я еще муравья слышу. Ты все обследовал, да? Не. Тут он... О, крутой, давай иди сюда. Не, ну судя по всему, тут были големы, потому что они даже наводятся. Да. На самом деле, мне бы похилиться. О, лечебный корень. Вообще, дофига закидывает. На самом деле, да. Скорее всего, они тут были, и типа эти муравьи их перебили. Ну, в принципе, как я и сказал, типа, как они тут могут просто так лежать? Так, там я вижу сундук, причем не такой, не слабый. Там давай, два сюда. Сундука. Не, я один вижу. Ладно, зайдешь, посмотришь. Ну, сейчас да. Сейчас не до сундуков. Сейчас пока опыт. Меня ждет мой опыт. Давай, скотина. Ты как крабики, жопой пячется. Что там у тебя по времени? По какому времени? Лол. Да небольшой баг. Что? Я думал, он ожил. Я уже чуть штаны не наложил. Думаю, что произошло? Я думаю, ты когда откроешь сундук, он оживет. Ну, что-то так. Ты так думаешь или ты располагаешь информацию? У меня это точная информация. Я не помню, честно. Но сейчас мы посмотрим. А ну побей его еще раз, он так интересно выглядит. Да, это забавно на самом деле. Блин, у меня зелье здоровья уходит, мне это не нравится. Надо будет что ли закупить. Но у него здоровья вроде нет. Да, у него нет здоровья. Но он просто типа назад он отходит, я не знаю. Я думаю, что если честно, вот, по-моему, они оживут. Ну, не знаю. О, шкатулки. Что-то еще с драгоценность? А, да, с драгоценностями. Серебряная чаша, которая записывает голды, расходится. Сохраняйся и беги, я думаю так. Да сейчас надо открыть, а потом, наверное, беги. Блин. Ну, не так, чтобы тут и хорошие вещи лежали, ну, голда только. И мешочек. Не, все в порядке? Я могу идти, да? Спасибо. А ну посмотри. Нет, не можешь. Я хочу жить! Пацаны! Я потом приду, когда я подкачаюсь, хорошо, окей, да, до свидания. Блин, не очень. Я просто молот нужен. Какой-то громовой деле, молот. И топор, по-моему, подойдет какой-нибудь. Пацаны, я потом приду. А, в принципе, видел, когда их било, они отшатывались. Типа, можно было их так поотшатывать в какую-то комнату, думаю. И типа, и запереть их там, я не знаю, забаговать их как-то. Ну ладно, не буду. С левой стороны ты обследовал руины вот эти вот? Нет, они руины. Ну да, надо бы сгонять. С правой стороны, вот если сейчас посмотришь на право, будут там типа руины. Я хочу тут траву забрать. И грибы. Это все за травой бегает. И за грибами. Грибной бизнес должен процветать. Веревка так интересно выглядит. Ну, как палка. Не, это свернутая, которая пугочек с правой стороны. А, это? Да. Ну, текстуры. 2001-2002 года. Так. Косяк болотной травы. Кто же тут мог быть? Дайте внизу зелья, он смотрит. Я вижу. Кто бы тут мог быть? О, можно я заберу это свечи или что это? Это что, проблема с геморроем? Не-не-не. Никаких проблем. О! Самое время жарить. Никаких проблем, да. Блин, а как? Быстро. А, не получилось. Ну, так уже не работает, как в первой части. Да-да-да, в первой части он прям так оп-оп-оп. Ладно, давай пока прерву запись, пожарим. Ой, опять землетрясение. Господи, что тут? Аллаху Акбар делаете. Короче, кто смотрит это, переключайтесь на следующее видео, а я займусь готовкой.